В этом зале по прекрасному поводу. Это фестиваль юмора под эгидой избирательной комиссии Алтайского края, избирательной комиссии города Барнаула и, конечно же, администрации города Барнаула. Это Кубок избирателя. Всем добрый вечер! Вот уже шестой год подряд команды Барнаульской лиги КВН шутят на серьезные темы. Итак, за Кубок избирателя сегодня будут бороться следующие кандидаты. Команда КВН «Интернационал», Алтайский экономико-юридический институт. Команда КВН «Кто здесь?» Алтайский государственный университет. Команда КВН «Даже не думай!» Алтайская государственная педагогическая академия. Команда КВН «Первый космонавт» Алтайский государственный аграрный университет. Команда КВН «Не по Чехову» – Алтайский промышленно-экономический колледж. Команда КВН «Кадры» – Алтайский промышленно-экономический колледж. Команда КВН «Союз армян Алтайского края». Команда КВН «Изюм» – Алтайский государственный университет. Команда КВН «Сборная моделей» – Сборная Алтайского государственного университета и Алтайская академия экономики и права. Второй раз в Барнаульской лиге и второй раз на Кубке избирателя наши гости, участники премьер-лиги Международного союза КВН сезона 2014 года, команда КВН «Экскурсия по городу», город Новосибирск. Наши родные, но также уже громко заявившие свое имя на планете КВН, участники премьер-лиги сезона 2014 года, команда КВН «Бумеранг», Алтайский государственный колледж. Фестиваль команд КВН на Кубок избирателя проводится в Алтайском крае в рамках месячника молодого избирателя. А по сути это настоящие выборы. На сцене кандидаты, в зрительном зале избирателей и, конечно же, беспристрастная избирательная комиссия в первом ряду. Наша жюри, состав которого мне сегодня особенно приятно озвучивать. Ирина Леонидовна Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края. Владимир Викторович Гудков, председатель комитета по делам молодежи администрации города Барнаула. Галина Ивановна Комарова, председатель избирательной комиссии города Барнаула. Конечно же, наши постоянные члены жюри. Юрий Борлес. Владимир Жадовский. Анжелика Соболева. Лев Шапира, Артем Макота. Ну, Артем, видно, в пробке где-нибудь в городе добирается до нас. А особенно приятно, ввиду проходящей Сочи Олимпиады, мне представить среди членов жюри Татьяну Викторовну Ильюченко, заместителя председателя комитета по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания, а также заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира и Европы, неоднократный обладатель Кубка мира, участника 5 параолимпиад, призер Salt Lake City 2002 года. В Турине в 2006 году завоевала золотую, 2 серебряные и бронзовую медали.
Дамы и господа, ну и это еще не все. В 2010 году чемпион мира и бронзовый призер игр в Ванкувере. Еще раз аплодисменты. Ну и, конечно же, председатель жюри Андрей Диулин. Ваши аплодисменты. Для приветствия и объявления начала выборов на сцену приглашаем председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирину Леонидовну Агимову. Ваши аплодисменты. Тем более, что в этом году Кубок молодого избирателя и Месячек молодого избирателя у нас особенный. Вот вы заметьте, мы с вами открываем год культуры в Алтайском крае и в Российской Федерации. Мы с вами практически присутствуем на домашних зимних Олимпийских играх. Ну и, наконец, этот год для Алтайского края особый, поскольку это год большой избирательной кампании по выборам губернатора Алтайского края. И ряд еще замечательных событий будет в жизни нашего, каждого жизни Алтайского края в течение 2014 года. Но если вот сегодня обобщить все эмоции и как-то выразить их в единой связи, то, наверное, это молодежь и молодость, сила слова и сила действия, ну и, наконец, наше с вами будущее. Мне очень радостно сегодня открывать Кубок молодого избирателя именно в таком составе. Особенно приятно, что нас уже второй год поддерживают избиратели, правда, не Алтайского края, но, я надеюсь, активные избиратели, молодые избиратели Новосибирской области. Ну, а на самом деле у нас практически все с вами готово для выборов. Есть действительно кандидаты, практически готово технологическое оборудование. Если что, мы урну для тайного голосования вам даже на место доставим. Но я думаю, что все пришедшие сегодня в этот зимний вечер в этот зал уже, наверное, сделали свой выбор, поскольку подарили этот вечер тем командам, которые будут так замечательно для вас работать. Ну, а самый достойный, безусловно, получит Кубок молодого избирателя. Право выбора – это великая человеческая ценность и очень значительное фундаментальное конституционное право. Мне очень хочется, чтобы свое право выбора в этой жизни для себя, для своей семьи, для своих близких вы обязательно реализовывали на самом серьезном, самом содержательном и вдумчивом уровне. Я думаю, что мы сегодня не зря потратим свое время. Осталось просто сказать, мы начинаем КВН. Огромное спасибо, Ирина Ивановна, занимаете свое почетное место в составе жюри. А я для приветствия с огромным удовольствием приглашаю на сцену Татьяну Викторовну Ильюченко. Под ваши бурные аплодисменты, друзья, громче. Сегодня на Олимпиаде кипят нешуточные спортивные страсти. Я думаю, не менее яркие эмоции мы будем испытывать, сидя сегодня в нашем зале. Командам желаю удачи. Ну а вообще, ребят, чтобы шутить на такие серьезные темы, как избирательное право, надо обладать уже серьезным багажом определенных знаний. Сегодня у нас студенты серьезных учебных заведений, поэтому поддержим свои команды. Будем болеть, не жалея ладошек, не жалея своих голосовых связок. Удачи, ребят, и пусть вы ешь сильнейшим. Большое спасибо, Татьяна Викторовна. Вас также прошу занимать свое почетное место среди жюри. Слово для приветствия предоставляется нашим гостям. Тамаре Геннадьевне Краткой, заместителю председателя избирательной комиссии города Новосибирска. Дорогие друзья, мы рады присутствовать сегодня и принимать участие в сегодняшнем КВН.
КВН, мы второй раз к вам приехали, и, наверное, это уже становится традицией в рамках того соглашения, которое подписано между Краевой избирательной комиссией Алтайского края и нашей областной избирательной комиссией. Я благодарна Краевой комиссии за приглашение. Я надеюсь, что мы будем регулярно к вам приезжать. А пожелать я вам всем хочу интересной игры участникам объективного жюри, и пусть победит сильнейший и умнейший. Большое спасибо, Тамара Геннадьевна, за внимание вашего почетного места в зале. Ну что ж, осталось пожелать кандидатам не только успеха, но и простого КВНовского ни пуха ни пера. Ребят, можете идти готовиться. Сегодня в настоящей предвыборной борьбе команды представят два конкурса, по итогам которых жюри посовещается и озвучит победителя фестиваля. Кроме звания победителей, самых смешных ожидают довольно приятные призы. Итак, за третье место – акустическая система, за второе место – принтер, за первое место – планшет и, наконец, гран-при, главный приз – это ноутбук. Кроме того, призы приготовлены за лучшую мужскую и женские роли. Каждая команда получит фотоальбом любимого города Барнаула. Итак, первый конкурс «Приветствие». И начинает знакомство с командами команда КВН «Интернационал» Алтайский экономико-юридический институт. Команда «Интернациональ». Итак, давайте знакомиться. Прошу представиться. Я армянин. А что вы делаете в нашей команде? А куда ж мне еще идти? Арарат разобрали, а в Сочи так нас много. Понятно. Ребята, смотрите, это наш эстонец. Я даже знаю, как его зовут. Турбо. Ага, ракета. До знакомства с эстонцем я думала, что мы, евреи, самая богатая нация. Но ведь они даже зарплату потратить не успевают. Можно подумать, мы самые медленные. Вас, Моисей, вообще 40 лет по пустыне водил. Ребят, ну давайте прекратим наш маленький межнациональный конфликт. А вы, простите, кто? Я русский. Ну вот вы сами подумайте, куда вы без нас? Евросоюз. Юморист Ереванский пошутил, а? А вот так вот и газ вам обрежем. Итак, вся команда в сборе, можем начинать. Поехали! Первый эстонский космонавт. Хьюстон, Хьюстон, я на связи. Это маленький шаг для человека и огромный для человечества. Молодец, отлично. Вот точно так же, только в космосе. И ракета вон с той стороны. Пойдем за мной, покажу. Куда? Да, за мной. Случай в кино. Вы ко мне? Да, дай забери. А, ну конечно, держите. Телефон дай, живи давай. А, сейчас. Кошелек давай. Кошелек? Да, живи, все, живи. Все, спокойно. Все, свободен. Ага. Ребят, походу у нас новый участковый. И в конце хотелось бы сказать. Мы все такие разные. Но все мы утром как эстонцы. Евреи в день зарплаты. Братья как армяне. И с огромной русской душой. С вами была команда КВН «Интернациональ». Такие как мы есть везде, но нет везде таких как мы. Команда КВН «Интернациональ». Алтайский экономико-юридический институт.
Дамы и господа, минуточку внимания. Рядом со мной установлена урна. Сегодня в эту урну вы можете опускать свои вопросы на разминку. Вот она, урна. Я думаю, всем ее замечательно видно. Времени у вас немного, буквально 4 выступления команд. И у вас есть уникальная возможность задать вопрос нашим кандидатам. Ну и несколько слов о выборах. Активная гражданская позиция не только у тех, кто избирается, но и у тех, кто голосует. На территории Алтайского края по состоянию на 1 января 2014 года зарегистрировано почти 2 миллиона избирателей. Из них 500 000 жителей Барнаула. А молодых избирателей в крае более 400 тысяч. В городе Барнауле более 100 тысяч молодежи. Вот такая огромная, настоящая армия избирателей. Ну а сейчас я на эту сцену с удовольствием приглашаю вторую команду. Команда КВН «Кадры» Алтайский промышленно-экономический колледж. Здравствуйте! Для вас выступает команда КВН «Кадры». В нашей команде в основном одни программисты и компьютерщики, поэтому перерыв между миниатюрами мы можем зависать. А еще существует такое мнение, что программисты — это ботаны, очкарики, но мы вам докажем, что это не так. Ну что, процессоры полуядерные, начинаем! Дилемма отца и сына, она вечна. Итак, представьте, отец подарил своему сыну машину. Сынок, я хочу подарить тебе вот этот автомобиль. Папа, автомобиль-то где-то только ватовская копейка. Так это и есть автомобиль. Его мне еще мой дед подарил. Я его тебе подарю. А ты потом подаришь его своему сыну. А вот эти вот монетки вокруг лобового стекла зачем? Тихо. Это заначка. А вот этот компакт-диск тогда для чего? Это антирадар, сынок. Он хорошо отражает лучи. Ух ты, какой красивый коврик с надписью ДПС. Папа, а я не понял, а педаль тормоза где? Коврик подними. Ну и две дырки. Ножками тормози, сынок, ножками. Итак, представьте, случай на войне. Командир, танки. Что? Танки едут по Русскополюшку. Дорогая, посмотри на этих бешеных русских. Для них что Берлин, что Турция. Итак, представьте, случай на уроке. Так, ребята, все отключили мобильные телефоны. У кого услышит, что зазвонил мобильный, выгоню с урока. Братишка. Да тут это, Максимка, как всегда, на твой звонок нервно реагирует. Всем классом угорали. А для вас выступала команда КВН «Кадры». И запомните, программист — это тот человек, мозг которому выносит не его девушка, а ее компьютер. Спасибо. Аплодисменты, команда КВН «Кадры», Алтайский промышленно-экономический колледж. Приятная информация для всех болельщиков и участников Барнаульской лиги. Барнаульская лига КВН стала официальным представительством в Барнауле и в крае Центральной лиги КВН «Азия». Теперь аплодисменты. Это заслуживает того. Теперь все наши команды, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в сочинском фестивале, могут начать сезон в Центральной лиге Международного союза КВН «Лиги Азия». Ваши аплодисменты. Двигаемся дальше. Третья команда на этой сцене. Команда КВН «Не по Чехову». Алтайский промышленно-экономический колледж. Здравствуйте. Мы команда КВН «Не по Чехову». И для начала мы представимся. Знакомьтесь, это Катя. И Катя не ест после 6. Девчонка хочет и не может. Это Лера и Юля. Юля,
понимаете, с девчонками нам повезло. Ох, это Женя, и он вечно чем-то недоволен. Стоп, подожди, чем я недоволен? Женя, начинай, я. Да, Жень, не начинай. Ах, да, забыли представить, Виталя. Вам не с кем сходить в кино? Вас некому забрать из клуба? Виталя, друг, просто друг. Друг с машины. Руки убрал. А это Алёша. Такой Алёша. Ты как с капитаном разговариваешь. А кто тебя капитаном-то выбрал? Имеешь что-то против? Ну давай устроим выбор. Пусть команда решит, кто из нас капитан. Ага. Девчонки, кто хочет сфоткаться? Виталь! Ну ладно, если я буду капитаном, я верну вам все свои долги. Если я буду капитаном, я просто так всем денег дам. А если я не буду капитаном, я выставлю в интернет фотки с Виталиного дня рождения. Ну что вы стоите? Вы все там есть! Репутация важнее! Итак, миниатюра «Идеальный сын». Сынок! Хлеба купил, мусор вынес. А кто кружку разбил? Я разбил, уже склеил. Девушка есть? Нет. А надо бы уже. Теперь есть. Кого ты такой? Тебя. Глупый. Папу. Итак, а у нас интервью из Сочи. Дорогие друзья, мы находимся в Сочи. И сейчас мы возьмем интервью у великого биатлониста Бьорн Далина. Уляйнер, скажите, что вам помогло прийти первым? Воля к победе? Нет. Для меня было жизненно необходимо добраться до финиша как можно быстрее. Почему же? Я забыл одеть термобелье. Для вас выступала команда КВН не по Чехову. И помните, в человеке все должно быть прекрасным. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Мы под это описание подходим. Спасибо за внимание. Ваши аплодисменты команды КВН не по Чехову. Алтайский промышленно-экономический колледж. Друзья, для того, чтобы проголосовать, необходимо взять паспорт и прийти на свой избирательный участок. А если вы находитесь за пределами участка, еще и получить открепительное удостоверение. Так или иначе, вы можете реализовать свое конституционное право. Ну а следующая команда на этой сцене будет сборная моделей. Сборная Алтайского государственного университета и Алтайской академии экономики и права. Вас приветствует сборная модель. Вы спросите, что мы здесь делаем? Это же очевидно. Просто клуб веселых и находчивых – это единственный клуб, в котором мы еще не были. Многие считают, что модели тупые, но это абсолютно не так. Лера, блин! Она права, но тупые. Считают, что у модели есть богатые папики. На самом деле, это полная ложь. Вот лично мой папа работает на ТЭЦ инженером, а все эти шмотки, айфоны и дорогие вещи мне дарит мой 40-летний друг. Ален, это и называется богатый папик. Нет, это называется Олег Владимирович. А теперь миниатюра. Свадьба, помидорки и огурчика. Я помидорка. А я огурчик. Дорогой, а почему Луковка не пришла на нашу свадьбу? Да хрен с ней. Они снова вместе? Да. Как вы все
красивой модели обязательно должен быть настоящий мужчина. Настоящий джентльмен свеж. Это Андрюша. Андрюша самый опытный барнаульский пикапер. Девчонки, посмотрите на своего парня и на меня. Потом снова на своего парня и снова на меня. Мне реально нужней. Девочки, зачем в нашей топовой команде моделей какой-то Андрюша? Потому что я помогу вам выиграть. А теперь танец «Открытка». Этим танцем я хотел поздравить всех девушек, которых не поздравили с днем Валентина. Вы видите во мне один фигово. Многие думают, о чем могут шутить модели. Итак, представьте случай в СИЗО. Я счастливый, как никто. Я счастливый, лево что. А сейчас досмотр. Я счастливый, как никто. Я счастливый, лево что. Ради этого стоило грабануть банк. Хотелось бы реально рассказать, как мы попали в КВН. Просто нас спросили, нужно освобождение на физкультуру? Команда КВН, сборная моделей. Спасибо. Команда КВН, сборная моделей, сборная Буря АМ. Аплодисменты девчонкам и Андрею. Я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену следующую команду. Команда КВН «Даже не думай» – Алтайская государственная педагогическая академия. Добрый вечер, дорогие друзья! Команда КВН «Даже не думай» – сборная учителей. Итак, коллеги, у нас плохая новость. В связи с Олимпиадой нам урезали зарплату. Да у нас каждый месяц Олимпиада. Так, успокойтесь. А ты знаешь, что у твоего друга жена гулящая? Так это ты его жена. А ты что, намеков не понимаешь? Так, учитель музыки, да. Что у вас для Кубка избирателя есть? Песня! Давайте. Чаш свет, только мы темно. В комнате вдвоем, нет, мы не вдвоем. Ты пытаешься сделать первый шаг и поцеловать. Успокойтесь. Люстра, два тазика, Светлана, поговорили. Знакомьтесь, учитель логики. Кстати, чуть не забыл представить, у нас новый учитель русского языка. Здравствуйте, Иван. Салам. Но это же не поддерживается никакому закону логики. А почему это он учитель русского? Я, между прочим, больше его русских слов знаю. Тигр. Потолок. Котики. Тигр. Сбился. Так, у нас есть уже учитель логики, пригласите. Кстати, а вот и он. Синичкин, слезь с козла! Синичкин, слезь, говорю, с козла! Козловский Синичкин сам, я не могу с ним разобраться. Ну что ж, весь коллектив в сборе, поехали! Дорогие друзья, как
часто гуляя по парку, мы с вами встречаем вот таких вот людей. Молодой человек, оставьте водички попить. На, держи. Спасибо. Да кто тебя знает? Алёнушка! Иванушка! Алёнушка! Иванушка! Алёнушка! Иванушка! Дорогие друзья, как часто заблудившись в лесу, мы делаем руки рупором и кричим под углом 45 градусов вверх, тем самым уменьшая обзор. Дорогие друзья, кричать нужно прямо. Алёнушка! Иванушка! Алёнушка! Иванушка! Друзья, Иванушка! Но при этом не забывайте вынимать наушники. Ученик, который на вопрос трудовика «Где?» ответил в рифму. Где, где? А, ну все правильно показалось. Дорогие друзья, уже несколько дней в интернете ходит слух о том, что Дмитрий Анатольевич на открытии Олимпиады уснул. На самом деле это было не так. Сейчас мы посмотрим, что же происходило на трибуне. Дмитрий Анатольевич, чё? О, вы не спите, что ли? Да нет, конечно. Я просто, когда глаза закрываю, у меня всегда эта песня играет. Смотрите. Прикол, прикол. Дорогие друзья, и закончить свое выступление хотелось бы фразой суеверных спортсменов. А что это они суеверные? Да потому что они постоянно что-то сплевывают. Но не об этом сейчас. Физрук, вам слово. Дорогие друзья, за время Олимпиады в Сочи рождаемость резко возросла. А в Алтайском крае замедлилась. Так сказать, помогаем не только словом, но и делом. Сборная России, вперед! Команда КВН даже не думает. Сборная учителей. Спасибо за игру. Это была команда КВН даже не думает. Алтайская государственная педагогическая академия. Дамы и господа, не забываем проявлять свою активную гражданскую позицию и, наконец, уже задавать вопросы нашим кандидатам. Здесь есть все необходимое, на самом деле, и урна, и ручки, и листочки. Поэтому смелее подходим и задаем вопросы. А ровно через месяц, 15 февраля, в этом зале пройдет главное событие 9 сезона Барнаульской лиги КВН. Финал. За чемпионство борются команды. Даже не думай, кто здесь? Чтиво Пекинеса, первый космонавт. Мы приглашаем всех на финальную игру. Будет интересно, не пропустите 15 марта в ДК города по традиции 18:00. Ну а сейчас на этой сцене под ваши аплодисменты мы встречаем команду КВН. Кто здесь? Алтайский государственный университет. Здравствуйте, дорогие друзья. Вчера было 14 февраля, и девочки сказали, что мне придется выбрать только одно. Но я нашел идеальное решение. Девчат! Идеальное решение. Но на самом деле теперь придется заново знакомиться. Итак, это Соня. Это Аня, это Полина, или это Полина, а это Аня.
Это Маша может. Короче, вот это Ксюша 100%, ребят. Друзья, вы не смотрите, это для вас они сейчас все одинаковые, а для меня вечером дома они все в разноцветном ходят, как Skittles. Вот там в желтом по квартирке бегают. Друзья, на самом деле теперь у них появилось очень много плюсов. Вот, например, у Димки Игнатова сегодня день рождения. Саша, вообще-то у меня 15 июня день рождения. Так, Саш, что здесь вообще происходит? Девчата, я просто хотел немного от вас абстрагироваться. То есть ты вот так хотел от нас абстрагироваться? Так, хорошо. Ладно, мои восточные красавицы, держите. Идите за кулисы, а я пока с вашими европейскими клонами поговорю. Ребят, там все нормально, не пугайтесь. Девчата, вы чего меня опять бесите? Вы что, как олимпийские кольца? В смысле? Ну вот 4 нормальных, а одна, походу, не раскрылась еще. Саша, иди отсюда, вы вообще-то и без мужиков можем справиться. Хорошо, давайте попробуем. Дорогие друзья, давайте представим, что в мире вообще нет мужчин. Итак, у роддома. Сонь, кто? Да ладно, кто? Вопрос как? На кассе Мария Ра. Витя! Витя! Кто карту подает? Ну и напоследок. О, Боже, какой! Ну что? Ну да. Ну вот, дорогие друзья, команда КВН, кто здесь? 5 красивых девушек и, как оказывается, нужный мужик. Мам, мам, у меня мужчина под кроватью. Ты что, хвастаться сюда пришла? Иди спи. С днем рождения. Ну, а девушки очень часто совершают глупые поступки. В общем, Саш, я тебя прощаю. Баш на баш, я переспала с Сережей. Я просто лайкнул ее фотку. Она в купальнике? До свидания. Но мы продолжаем. Семья утром. Что-то я не выспалась. Ты чё, хвастаться сюда пришла? Садись, ешь. С днем рождения. Ну и напоследок представьте. Девушка попросила свою подругу протестировать ее парня на верность, но немного не угадала с ее выбором. Вижу цель, иду к цели. А Соня не приедет. Саш, а вот как ты думаешь, я красивая? Ну как? А я Соня от потек. Короче, еще чуть-чуть, и он мой. Ну, на любителя. А на любителя кого? На любителя тебя. А ты, я у нас смотрю, любитель, да? Да. Что я чувствую? Палец.
давай его проверим, давай его проверим. Нифига себе, как ее со стакана Швепса ушатало. Алло, Соня, у меня опять накачало. Дорогие друзья, вот вчера было 14 февраля, день Святого Валентина. И вместо того, чтобы провести его со своими вторыми половинками, мы готовились к этой игре. Но на самом деле ничего страшного, потому что вторая половинка, скорее всего, есть только у Ксюши. Команда КВН, кто здесь любит друг друга? Ваша профессиональная команда КВН, кто здесь? Алтайский государственный университет. И еще один традиционный фестиваль. На Кубок администрации города пройдет 12 апреля в этом уютном зале. Мы приглашаем все команды города и края принять участие в этом фестивале. Ну а также, друзья, я все еще призываю вас задавать вопросы нашим кандидатам. Итак, следующая команда на этой сцене – Союз армян Алтайского края. Музыку! Добрый вечер! Здравствуйте, друзья! На сцене Союз армян Алтайского края. С нами сегодня играют две команды из премьер-лиги, поэтому мы решили играть на их уровне. Команда КВН «Лас Армянос». Шутим, забавно танцуем, ну и эти фишки с заселением вашей страны. А в Армении технологии не стоят на месте. Итак, робот-шашлычник. Вашему вниманию представляется выступление в исполнении вокального ансамбля «Сибирские кухни», сокращенно «Вася». А также победители фестиваля «Волосатая грудь держит микрофон 2014» «Союз армян». О, до свидания. Хачапури, а у меня песня? Королеве купила из норки меха зашипеть. Ты лежишь в кювете, зимняя резина нужнее была. Боже мой, да ведь кто так поет? Смотри, как надо танцевать. Единственная. Вы чувствуете? Чувствуете? Армянский мальчик обжегся. Сынок, убери кастрюлю с плиты. Вы заметили? Мы пытаемся подражать крутым командам, но все равно делаем это в своем стиле. Слышь, музыкант, вруби чуть наше. Без проблем! Друзья, включаем фантазию. Киллер-неудачник. All we got, all we got, all we got, all we got.
мужская интуиция срабатывает в самых нестандартных ситуациях, например, в такой. Дорогой, нам надо серьезно поговорить. Я беременна, как сердцем чувствовал. Одним людям что-то дано, а что-то нет. Смотрим. Ему за это вообще-то платят. Ладно, дай прикурить. Первую выбрось. Хочешь один прикол сделаю? Давай. Смотри. Эй, привет, страна! У нас демократия свободная. Че, не веришь? Сейчас я тебе покажу. Смотри. Что? Ты что, сумасшедший? Какая свободная демократия? Да ладно, что ты? Наша же страна. Ладно, Рубик, дай надо назад, я там сигарету выкинул. Подожди, стой. Анжелочка, вчера ты меня выбрала, сегодня я тебя выбираю. Ой, какая Анжела, что ты говоришь? Ой, ладно. Слушай, а почему здесь именно ты сидишь? Я премьер-министр. Рубик, сделай Анжелу премьер-министром. Ну ладно, что ты, два дня побудет, потом опять вернется. Ладно, Руби, включи что-нибудь наше там. Без проблем! Друзья, пока мы выступали на этой сцене, все армяне города Барнаула держали за нас рынок. С вами была команда КВН «Союз» армян Алтайского края. Спасибо. Ваши аплодисменты парням. Команда КВН «Союз» армян Алтайского края благодарит «Союз» армян Алтайского края за помощь в подготовке к кубку. 14 сентября 2014 года в единый день голосования при проведении выборов в органы государственной власти Алтайского края и органы местного самоуправления участие в выборах примут порядка 52 тысяч впервые голосующих молодых граждан Российской Федерации. Наверное, даже кто-то из них сегодня выступает на этой сцене. Итак, следующая команда. Команда КВН «Первый космонавт» Алтайский государственный аграрный университет. Дорогие друзья, команда КВН «Первый космонавт». Сегодня мы... Что это такое было? Понравилось? Да, хорошенькая. Такая прям сок. Прям, но... прям огонь. Ага. Там на место встал? Да иду. Дорогая. Дорогая? Ты что, с ней встречаешься? Да. Я потерял друга. Ты что, она же тебя использует. Она с тобой встречается только ради тачки. Да? Да. Так она мою пятерку тачка считает. И толкает. Динар, может, после игры поедем ко мне и там что-то? А? Чего? Я не поняла. Зато я понял. Я поеду. Я очередь. Ребята, радость-то какая! У меня брат с Украины приехал! Братко! Братко, мы здесь шутим.
Да мы так-то там тоже шутим. Одно дело делаем. Поехали! Баб моя. Ну что ж, начнем. У каждого есть такой друг-интригант. Андрюх, только никому историю-то не рассказывай, ладно? Какую? Да так. Да мне-то расскажи, что ты. Короче, я в магазин ходил. Какой? Да есть там один. Нормально, расскажи, что там. Короче, я это, хлеб покупать ходил. Ага, ну и не купил. И все? Я говорю, да так. Ну ты капец. Дорогие друзья, я по жизни оптимистка, поэтому мой бокал наполовину с коньячком. Все вы знаете, что домашние животные в старости, чувствуя неминуемое, уходят из дома. Итак, дед, который считает, что он кот. Пора. Чё это у тебя там? Чё это у тебя там? Чипсы. Чипсы. Лазер. Внучок, мне бы с очкаликом. Бабушка не разрешает. Ну, Марина! Идем дальше. Представьте, в конце боевика что-то пошло не так. Да, у вас был хороший план. И вы почти меня убили. Но вы забыли об одним. Об одним? Да твою же мать, пятый дубль. Да извините, блин, чего с губами? Да ты-то откуда? Парень, который храпит историями. Ну, вот случай был с мужиками, стал на пошли. Девочки, давай вызовем девочек. Не-не, я люблю жену свою. Жена моя. Да я видела, что ты не спишь. Но мне все равно приятно. Спокойной ночи. Мужики, беленькая моя. Чего? В олимпийской программе есть такой вид спорта, как кёрлинг. Не самая популярная игра, и мало кто знает, что там происходит на скамейке запасных. Знаешь, а я люблю, знаешь, почему кёрлинг? Потому что там скорость, эмоции, драйв. О, хочешь прикол? Смотри. А, кто это сделал? Ну, я. Ну не делай так больше. Ну, ладно. Вообще безобидная игра, да? Тренер идет! Давай мертвыми притворимся! Так, ты быстро на поле. Я мертвый. Ну тогда ты. Спина что-то болит. Блин, что за день? Знаешь, что-то люди мало знают о кёрлинге, да? Да, а давай им споем. А давай. Я катаю. Не станешь знаменитостью никогда. Все это за тебе. Скептически не разовьешь себя. Физически ты просто. Да чё ты, чё ты? А как же олимпиада? Одна отрада. А чё делал? Одного кольца нету. Ну сейчас так модно. Oh,
Буквально с минуты на минуту должен начаться матч по хоккею среди между Россией и США. И наверняка многие из вас хотели бы на него успеть, так что не будем тянуть время. Потому что это неправильно. Серьезно. Ну хорошо, давайте смоделируем ситуацию. Динар, представь, ты в зале. Ты опаздываешь на хоккей. Я не люблю хоккей. Диман, я люблю хоккей. Смотри, ты сидишь в зале, да, ты опаздываешь на хоккей. А, я такой уже в куртке сижу, сейчас куртку пойду одену. А блин, где куртка-то? Да давай без куртки уже. Ну давай, не, правда, а куртка как это? Ну давай потом, потом. Ладно, смотри. Давай потом. Только надо быстро, блин, что-то. Представь. Да? Команда выступает быстрая. О, быстро выступает, сейчас успею, ну хоккей, ха-ха-ха, смешно. Смотри. Команда тянет. Ой, что-то как-то не по себе, ну хоккей хочется. Видите, мы понимаем, как это некомфортно. Поэтому закончить хотелось бы стихотворением Пушкина. Я помню чудное мгновение. Россия, США, хоккей. Кто-то тянет выступление. Он ведь получит. Да ладно тебе уже. Ладно, сходи с друзьями, посмотри хоккей. А вот и я не опаздываю. Команда КВН «Первый космонавт». Вот пока-пока. Команда КВН «Первый космонавт» — представители Алтайского государственного аграрного университета. Тем временем мои помощники забирают нашу урну. А, стоп, стоп, у нас есть еще один вопрос. Там пачка, по-моему. Там собирали, да, кто-то у нас ходил специально. Человек. Еще. Вот стоило только, вот нас народ не может, да? Просто прийти и положить. Ты, начинай уходить? Уходи. Ну нет, видимо, теперь все. Так, еще раз аплодисменты команды КВН «Первый космонавт». Я тем временем скажу несколько слов о выборах. В 2014 году единым днем голосования определено второе воскресенье сентября. Самыми значимыми для нас 14 сентября станут выборы, внимание, губернатора Алтайского края. В соответствии с внесенными изменениями в законодательстве, губернатора мы избираем сроком на 5 лет. При этом одно и то же лицо не может занимать данную должность более 2 сроков подряд. Так, дамы и господа, двигаемся дальше. Следующая команда на этой сцене – команда КВН «Изюм» Алтайский государственный университет. Здравствуйте, дорогие друзья! Все та же команда, которая зависит не от спонсоров, а от группы «Руки вверх». Мало кто знает, но песни Сергея Жукова помогают мужчинам в трудных жизненных ситуациях. Например, что ответить жене, которая уже 5 лет подряд просит шубу? Возьми мое пальто. Мало кто знает, но песни Сергея Жукова помогают сжигать лишние калории. Да, но глядя на фото Сергея Жукова, мы с вами прекрасно понимаем, что он не тщеславен. И свои собственные песни не слушает. А вам крупно повезло. Давайте двигаться вместе с нами под группу «Руки вверх». Дорогие друзья, а на протяжении нашего выступления мы будем рассказывать вам необычные факты из жизни Сергея Жукова. Итак, мало кто знает, но Сергей Жуков никогда не умел говорить комплименты своей девушке. Избалованная, заколдованная, сумасшедшая, но любимая моя. А теперь представьте, бабушка пришла получать пенсию в собес. Бабуль, понимаете, в связи с Олимпиадой пенсию немножко задержат. Но мы не можем сразу вам дать денежку. Подождите, я не могу вас так просто отпустить. У меня специально для вас президентский бонус! И что мне делать с этим президентским бонусом? Гордиться.
Друзья, а вы знаете, что Сергей Жуков еще никогда не умел уворачиваться от удара? А чтобы красиво расстаться, нужно правильно выбрать место и время. Дорогой, почему в нашу годовщину ты привел меня на эти ЖД пути? Дорогая, вот видишь поезд? Вот смотри, смотри, как у меня. Оп! Игорь! Оксана! Игорь! Оксана! Игорь! Мы расстаемся! Но я люблю тебя! Бесполезно! Это самый длинный поезд Москва-Владивосток! Я все просчитал! Иди домой! Дорогие друзья, мало кто знает, но Сергей Жуков написал песню про нелегкий творческий путь Сергея Зверева. Многие в жизни совершали ошибки и мечтали о машине времени, чтобы их исправить. И так, где-то возле университета. Все, Марти, вырубай колымагу, мы приехали! Сайка! Ты кто? Сайка, ты что? Я это ты, а ты это я только 20 лет спустя. Так, у нас мало времени. Подожди, сейчас подойдет Синичкина и позовет тебя к себе. Но ты должен сказать нет. Иначе цепочка запустится и твоя жизнь превратится в ад. Я все понял. Привет. Привет. Слушай, ты так долго за мной ухаживала, поэтому решила, что сегодня ты можешь остаться у меня. Запустится цепочка! Так стоп! Понимаешь, мы с тобой слишком разные, уходи из моей жизни! Ну вот, я ее прогнал, теперь у нас все будет хорошо! Алло, как отчислен? Но ведь ты же сказал, что если я откажусь от девушки своей мечты, то у меня все будет хорошо. Саня, я старый бомж, я многого не помню. Я думал, это все из-за нее. Друзья, многие празднуют свадьбу в надежде, что она окупится. И даже студенты, которые празднуют ее «Пора покушать», не исключение. Итак, по традиции, свадьбу хотелось начать с продажи первого куска торта. Итак, начальная цена 50 рублей. 50 рублей раз. 50 рублей два. 55 рублей. Три продано солидному мужчине в пиджаке и с усами. А мы начинаем нашу поздравительную часть. Капец, кусок торта за 55 рублей, на что за гости-то у нас? Не волнуйся, это только начало. Сейчас начнут дарить подарки. Витька, я как твой одногруппник хочу заметить, что с датой ты угадал. Ведь буквально вчера мне перевели степеху. Но что такое 1300 рублей по сравнению с песней? Итак, песня, которая нас дружила. Снежный десант, крутые девчонки, снежный десант, крутые пацаны, снежный десант, связанные цепью, снежный десант, 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 с праздником идет! Я, как хранитель семейных традиций, знаю, чтобы у молодых все было хорошо, надо что-то разбить на счастье. Так выпьем же за молодых! Какой-то странный у тебя дед. Я думал, это твой дед. Мама, папа! Доченька. Мы с отцом так долго ждали этого дня, когда тебя наконец-то кто-нибудь возьмет замуж. А самое главное, что мы все уже тебе подарили. Это и жизнь, и воспитание. Ну и о детях будь в конце концов. Но самое главное, что у нас есть то, что нас объединяет. Снежный десант, десант, десант!
Дорогие друзья, хоть и с опозданием, хотим подарить вам валентинку лично от Сергея Жукова, любимому ЗАО Барнаульской лиги КВН. Ваши аплодисменты, команда КВН «Изюм», Алтайский государственный университет. Ну и сейчас, дамы и господа, еще одна минутка энциклопедии выборов и энциклопедии КВН. Для того, чтобы принять участие в выборах губернатора Алтайского края, в качестве избирателя необходимо достигнуть возраста совершеннолетия. А вот в качестве кандидата на должность губернатора может быть выдвинут гражданин, достигший возраста 30 лет. Максимальный возраст кандидата не ограничивается. И несколько слов о КВН. В декабре 2013 года мы провожали наши команды на фестиваль Международного союза КВН в Сочи, по итогам которого команда КВН «Первый космонавт» вошла в сезон Центральной лиги КВН Азия. Аплодисменты! А команда КВН «Бумеранг» стала участником телевизионной премьер-лиги КВН. И уже в марте в столице страны ребята примут участие в первой игре. Аплодисменты! Ну а прямо сейчас на этой сцене команда КВН «Бумеранг» Алтайский государственный колледж. Поехали! Мой дом и сцена, вот это тема. Мой дом, улица, и ты не надо щуриться. И за начало меня пропал встречала. Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы уже успели заметить, сегодня с нами нет нашего капитана и нашего мелкого. Не, этот мелкий здесь, а мелкий Антоха у нас тот маленький был такой, потому что у него появился мелкий. Откроем вам небольшой секрет. Эта парочка у нас были, они держали под контролем весь наш юмор. Но сегодня их нет, поэтому весь юмор вышел из-под контроля. И сегодня вы увидите не просто бумеранг, а быстрый, жесткий. Поехали! What you gonna do? Так, пацаны, идите сюда. Сюда идите. Что такое? Че? Вы что, реально вот это собираетесь показывать? Ну да. А серьезно, вот это хотите показывать, да, сегодня? Ну смешно же. Да? Ну, хохма же, ты че? Сороконожка ударилась мизинцем 39-й ноги. Это ржак, это же веселье. Там на 40-й ноге рефрен вообще лют. У нее 40 ног. Ты че? Курильщик, у которого два рта, что это вообще? Ну это, молодой человек, извините, у вас сигареты не будет. А возьмите. Я парочку возьму. Какие? Неопытный сапер почти успел уволиться. Ну это миниатюра, она вообще в разрыв уйдет. Это бомба просто вообще. В прямом смысле. Ладно. Трудовик наорал на ученика и обошелся без единого мата. Ну это ж смешно. Так там же мат. Ну, да. Короче, если тебе не нравится наша идея, тогда просто объявляй. Пашка, поехали. Давай. What you gonna do? Ну что ж, для начала представьте провинциальный зомби. Мозги. Мне нужны мозги. Че, своих не хватило поступить? Нет. Все Русская. Полицейский на секундочку подумал, что он бессмертный. Так все на вызов! Бегу-бегу. Возьми бронежилет! Да нафиг. А хотя, давай, давай, давай. Ковбой, у которого острые шпоры. Поехали! Бездомный не до конца проработал план, и так где-то около подъезда. Кто? Я. Кто я? Немой охотник увидел, что за ним стоит медведь. Yeah.
я, Витя. Какой Витя? Да что такое? Все, 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 жарю, мочкой слышат, русая коса. Очень милый эксгибиционист. Парень с обветренными губами смотрит комедию. Мам, принеси полоток, у меня кровь. Все, 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 жарю, мочкой слышат, русая коса. Крановщик застукал свою жену с любовником. Что вы делаете, там же люди? Два конкретных человека. Все, 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 жарю, мочкой слышат, русая коса. Человек, который верит во все, что ему говорят. Христос воскрес. Да ладно! Вот это новость! Что сделали, да? Случай в школе. Верю вам. Верю вам. Да? Мне двух парней послал. Простите, а вам зачем? Да я прибил, мне подраться. Начинается. Ну что ж, друзья, закончить нам бы хотелось отрывком из обновленной азбуки, которая вышла после открытия Олимпиады. Твердый знак. Пушкин. Команда КВН «Бумеран». Спасибо. Команда КВН «Бумеран», Алтайский государственный колледж. Ну, мы переходим к следующим, к следующей команде. Пусть в Новосибирской области и свои выборы, но Кубок избирателя для всех. Итак, наши гости, также участники премьер-лиги сезона 2014 года, команда КВН «Экскурсия по городу», город Новосибирск. А конкретно твое лицо представляет мэрию города Новосибирска. Я, собственно, что... Почему он до сих пор трясется? Кстати, друзья, вот, полюбуйтесь. Не внушающий доверие фитнес-инструктор, да. Кстати, Роман у нас вегетарианец, он мясо не ест. А знаете почему? Потому что он его догнать не может. Ладно, Ромка, расслабься. Рома на самом деле хороший парень, с ним в бане удобно ходить. А знаете почему? Потому что у него таз большой. Батюшки, миньон, а, полюбуйтесь на него. Кстати, друзья, а вы знаете, с каким звуком Лёшка на свет появился? А знаете, знаете, так, внимание. А вы знаете, как он с обезьянкой фотографируется? Вот так вот. В общем, ладно, на, вот тут тебе письмо пришло. О, от кого? От твоих усов. И что они пишут? Мы будем не скоро, не скучай. Вот такие вот дела. Батюшки, Рафаэлла стала производить людей. Слышишь, ты деревянный хоккеист из советского мультфильма. У меня тебе один вопрос. У тебя же скоро день рождения. Ты, кстати, кого позвал? Ну кого? Дениса, Маринку, Кирилла, Артема, Маринку. Маринку два раза, что ли? Да, два раза. Красавчик, давайте. Ладно, ребят, мне все нравится. Теперь давайте что-нибудь людям покажем. На тренировке карате. Карате. Вы
что опять цирк-то устроили? Или вы давно тюсалей не получали, а? Вот я прям смотрю на вас, вы прям уроды. Вас прям сейчас бери, хоть иди на паспорт фотографируй. Вы понимаете, что мы в Барнаул приехали с одной большой целью. И нам осталось сделать один маленький шажочек для достижения этой большущей, прям малюсенькой, прям да, громадной. Вот этой, Сань, да понятно. Извини. Ну, раз понятно, будем начинать, месье Лябуль. Ну что за КВН? Да вон написано. Начинаем. Начинать. Представьте, капризный бомж. О, смотри, бомж, давай его укроем. Мне душно. Во дворе. О, Сань, ты ж КВНчик, а ну-ка пошути. Мало кто знает, вчера в Италии. Класс, записываем домашнее задание. Так, Шнайдер, а ну-ка встань, всем расскажи, мы все посмеемся. Это интересно, вчера в Болгарии. Лесорубы бывают разные. Итак, представьте, на лесопилке. Нашу жизнь только самое доброе и светлое. Но бывают и такие персонажи. Итак, представьте, на родительском собрании. Ну что же, хей, мои родители. Давайте сразу поговорим о важном. Алексей Валерьянович, вы в курсе, что я вашему сыну вчера двойку за четверть на три исправила? Ой, ну спасибо. Спасибо. Спасибо в карман не положишь. Беги за пивом. Ну, пиво в карман тоже не положишь. Так ты трешку не бери, 0,5 возьми, она мынется. Залезет нормально. Марья Ивановна, а почему у вас волосы мокрые? Ой, да меня соседи топили. А? Я не знаю, где ваши веки. Шучу, шучу. Марья Ивановна, у меня к вам только один вопрос. Почему наши дети курят за школой? Вот и я не знаю, почему ваши дети курят за школой. Я предлагал, что в классе поставили пепельницы. Курили бы как нормальные люди. Нет, это дурацкий закон, 20 метров от школы, я сама заколебалась бегать уже, ладно, в общем, давайте не об этом. У кого-то еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, у нас будут какие-нибудь выезды, экскурсии по городу? Нет, знаете, в этом году я грех на душу брать не буду больше, в прошлом году много кого потеряли, не об этом. Давайте о хорошем, сейчас, секундочку. А, так, все, за мной приехали, родительское собрание подошло к концу. Арсен, да сейчас я спущусь, а! Так, ребятки, ну-ка давайте быстренько построились. На первый, второй толстый рассчитать. Первый, второй. А, Ромка, так и знал, что ты здесь станешь, а. Кстати, ты что-то прям схуднула. Ну-ка, беги ванну набирай. Зачем? Мы будем проверять, может, не спускает, а. Опять шучу. Ладно, давайте теперь немножко серьезно. Дорогие друзья, мы уже второй раз приезжаем в Барнаул, и нам здесь очень нравится. Нравятся ваши лавочки, ваш снег, трамваи, такие замечательные трамваи. И Барнаул — это город мечты, я не знаю. Барнаул хочется... Тихо, успокойся, а? Че ты все испортил-то опять, а? Вот им умеете вы все испортить. И мне постоянно приходится из-за этого нас орать. И люди в зале сидят и думают, что я грубый, черствый, сексуальный и злой. Я просто сексуально не в этом дело. Дорогие друзья, на самом деле я очень сильно люблю свою команду, поэтому, ребят, идите сюда, давайте обнимемся. Ну вот посмотрите, он даже ногами до пола не достает. Как про него не шутить? Спускайся оттуда, богатырь. Поехали! Я люблю тебя, Панео, все сильнее для тебя. Без твоей любви, Панео, этот мир не для меня. Наши встречи так недолги, расставание впереди. Разлетимся, как осколки, попробуй нам выборы не прийти. Иди. Экскурсия по городу, спасибо.
всем из Новосибирска. Честно говоря, я попросил бы парней записаться где-нибудь в студии и поставил бы эту песню себе на рингтон. Про Борнео вот это. Я думаю, никто в этом не отказал себе. Аплодисменты, да? Ну что ж, на этом наш первый конкурс подошел к концу. Я с удовольствием приглашаю все команды на эту сцену под ваши аплодисменты. Все наши кандидаты. Свели, свели, ребята, громче аплодисменты. Итак, команды, которые сегодня не играли. Интернационал, кадры, не по Чехову, сборной модели. Даже не думай, кто здесь. Союз армян Алтайского края, первый космонавт, Изюм, Бумеранг и экскурсия по городу. Итак, мы переходим ко второму конкурсу. В рамках фестиваля его можно назвать «Предвыборные дебаты». Но если говорить привычными словами, то это разминка. Жюри у нас прогуливается в чем-то. Занимайте свои места, пожалуйста, потому что нужно еще будет один конкурс оценить. Вот, очень, кстати, важный и очень сложный. КВНщики не дадут соврать, что разминка – это один из самых сложных конкурсов КВ. Нет? Блин. Итак, задача, как вы все знаете, простая и одновременно сложная. Просто ответить смешно на вопросы. Мне мои помощники передали вопросы, которые бросали в нашу корзину, наши уважаемые избиратели. Итак, первый вопрос. Готовы, команды? Нет. Первый вопрос. Дорогие друзья, в начале игры ведущий сказал, что вам надо участвовать в выборах. Я прислушался. Сходил, проголосовал, вернулся, а тут уже разминка началась. Скажите, что в приветствии было интересного? Ну хоть про свой какой-нибудь номер скажите, задумались. Ишкан. Сборная армян, союз армян Алтайского края. Скажи, пожалуйста, что в приветствии было интересного? Сборная модели. Первый космонавт, скажи, что в приветствии было интересного? Братан, какие выборы? Кого там выбирал? Ну это просто правда. Спасибо. Кто здесь? Саш, скажи, пожалуйста, что в приветствии было интересного? Сейчас скоро всем залом будем спрашивать, что в хоккейном матче было интересного. Правда? Так, еще варианты. Сборная моделей. Андрей, скажи, пожалуйста, что в приветствии было интересного? Самое интересное – это я. Бумеранг, можно полностью вопрос? Полностью? Да. Ладно. Дорогие друзья, в начале игры ведущий сказал, что всем надо участвовать в выборах. Я прислушался, сходил, проголосовал, вернулся, а тут уже разминка началась. Скажите, что в приветствии было интересного? Так вот где Макота был. Так, следующая команда, это у нас... Даже не думай, парни, извините. А, вот потому что все в одной форме, он в другой. Вот, вот и перепутал. Даже не думай. Скажи, пожалуйста, что в приветствии было интересного? Бумага, штакетник, сметана. Поговорили. Спасибо. Я думаю, последний ответ на этот вопрос. Смешно будет еще? Нет? Ну тогда лучше, наверное. Нет, ладно, 180. Интернационал, скажи, пожалуйста, что в приветствии было интересного? Хочешь что-то интересное? 8-913-252-3263. Звони, Артурчик. Я запомнил. А, все, все, хватит. Договорились там друг с другом. Итак, следующий вопрос от наших избирателей. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений.
Что это? Рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Интернационал. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Ну там же тоже не тормоза учатся. Экскурсия по городу. Экскурсия по городу. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Это жизнь, братан. Бумеранг, вот он, наверное, недоработка стоит. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Не, охранники хорошо работают, они у нас на входе коньяк и нож отобрали. Так, команда КВН не по Чехову. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Скорее, проворность. Я не понял. Так, команда КВН «Интернационал». Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Парни, скажите, что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Это десант. Первый космонавт. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или доработка охраны ДК? А парень, охранники, ПТУшники, да одни и те же люди. Так, вот у нас Александр подходит, и ты, Саша, у нас будешь завершать этот вопрос. Хорошо, команда меня услышала. Сборная модели, все получается. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? А что такое ПТУ? Раздайте Wi-Fi, я загуглю. Ишхан. Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Недоработка охраны ДК – это то, что нас пустили сюда. Вообще. Кто здесь? Сегодня играют три команды из среднеспециальных учебных заведений. Что это, рассвет ПТУ или недоработка охраны ДК? Рассвет ПТУ – это дискотеки в Алине. Итак, третий вопрос. Давайте договоримся, команды, что по одному ответу от каждой команды. Чтобы все успели на хоккей. Что вы будете делать в ночь перед днем голосования? Команда КВН, кто здесь? Что вы будете делать в ночь перед голосованием? Гадать. Бумеранг, что вы будете делать в ночь перед голосованием? Я поддержу Габозова. Союз армян, что вы будете делать в ночь перед голосованием? Секрет. Экскурсия по городу. Что вы будете делать в ночь перед голосованием? Неважно, что буду делать я, кандидаты будут ночью в форточку орать. Халява, приди! Интернационал. Что вы будете делать в ночь перед голосованием? Если тебе нечего делать ночью перед голосованием, звони. Артурчик, 8-913-1923. Первый космонавт. Правильно? Тебя не узнать. Что вы будете делать в ночь перед голосованием? Я буду зажигать. Не по Чехову. Что вы будете делать перед голосованием? Набивать живот, а то мало ли. Итак, друзья, последний вопрос. Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться и не обидеть ее? Крик души. Экскурсия по городу. Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться и не обидеть ее? С этой же палкой сзади подойти незаметно ей. И разогнуть. Вчера на День влюбленных. Готов? Да.
Точно? Ладно, команда КВН «Кадры». Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться и не обидеть ее? Выпрями это бревно обратно. Угу. Бумеранг. Как мне теперь отказаться, чтобы не полностью обидеть? Полностью вопрос. У тебя хорошая дикция, она мне нравится. Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться и не обидеть ее? А я перегнул палку и сделал своей девушке лук. Не по Чехову. Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться и не обидеть ее? Сделай так, как сказал укупник. Съешь паспорт. Угу. Экскурсия еще один. Ну ладно. Но закончим мы на парнях и даже не думаем. Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться, чтобы не обидеть ее? Сказать, что ты гей, и тогда три команды из ПТУ перегнут палку. Спасибо. Ладно, только ради тебя. Но это все, это последнее. Даже не думай. Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Как мне теперь отказаться и не обидеть ее? Сказать, ладно, давай зачетку и разбежимся. Кто здесь? Вчера на День влюбленных я перегнул палку и сделал своей девушке предложение. Скажи, пожалуйста, как мне теперь отказаться и не обидеть ее? 8-926-742, Артурчик тебе поможет 100%. Большое спасибо командам. Аплодисменты им за замечательные ответы. На этом мы заканчиваем наши дебаты. Для подсчета голосов я приглашаю уже теперь избирательную комиссию в совещательную комнату под ваши аплодисменты. Мы провожаем совещательную комиссию. Интернационал, кадры, не по Чехову, сборная моделей, даже не думай, кто здесь? Союз армяно-алтайского края, первый космонавт, Изюк, Бумеранг, экскурсия по городу. Ну что ж, и для подведения итогов частичных номинациях, скажем так, на сцену приглашаю Владимира Викторовича Гудкова, председателя комитета по делам молодежи администрации города Барнаула. Добрый вечер, дорогие друзья. Несмотря на то, что на улице у нас холодно, здесь очень жарко. И в этом большая заслуга вот этих молодых людей, которые стоят на этой сцене, которые не по-детски отожгли. И это действительно так. Вы начинали КВН, мы начинаем награждение. Итак, Владимир Ильич, я вам маленечко помогу. Дипломом за участие награждается команда КВН «Интернационал». Ваши аплодисменты. Дипломом за участие награждается команда КВН «Кадры». Дипломом за участие награждается команда КВН «Не по Чехову». Дипломом за участие награждается команда «Сборная моделей». Дипломом за участие награждается команда КВН «Кто здесь?». Даже не думай, простите, даже не думай. Команда КВН «Кто здесь?» награждается дипломом за участие. Дипломом за участие награждается команда КВН «Союз армян Алтайского края». Дипломом за участие награждается команда КВН «Первый космонавт», Аграрный университет. Также дипломом награждается команда КВН «Изюм», Алтайский государственный университет. Команда КВН «Бумеранг», Алтайский государственный колледж. И экскурсия по городу. Наши гости из Новосибирска также награждаются дипломом за участие. Дорогие друзья, и, наверное, для
города Барнаула, для молодежи города Барнаула, самое главное произойдет сейчас. Действительно, премьер-лигу Международного союза КВН с Алтайского края выходила одна команда. Это сборная Алтайского края. Команда «Бумеранг» – это действительно сборная города Барнаула. Ну, если так честно. Поэтому администрация города Барнаула, комитет по делам молодежи выражает благодарность Федюшкиной Алене Сергеевне, Алтайский государственный колледж, за многолетний добросовестный труд в развитии молодежной политики и популяризации КВНовского движения среди молодежи города Барнаула. Дорогие друзья, администрация города Барнаула дарит вот этот прекрасный букет и вот такой модный пакетик. Большое спасибо Владимиру Викторовичу. Сейчас на сцену мы приглашаем Татьяну Викторовну Ильюченко, заместителя председателя комитета по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания. За роль второго плана награждается представитель команды Союз армян Алтайского края с нетипичной фамилией для этой диаспоры Сергей Сидоренко. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяне Викторовне. Сейчас мы на эту сцену приглашаем Галину Ивановну Комарову, председателя избирательной комиссии города Барнаула. Дорогие друзья, мне выпала большая честь вручить диплом «Лучшая женская роль». Я согласна с мнением жюри, поддерживаю. Мне очень приятно пригласить Ксению Гуманникову, команду. Чудесная женская роль. Примите знак внимания, диплом и фотоальбом «Барнаул». Здесь лучшие виды города Барнаула. Приятно было вам. Аплодисменты, Ксюша. Благодарю. Не менее почетную миссию хочу выполнить и также согласно с мнением жюри и вручить диплом за лучшую мужскую роль обаятельному мужчине Андрею Храбцову. Спасибо. О боже, какой мужчина. И никак не держится. Совершенно точно. Трудно удержаться. Дорогие друзья, лучшая шутка фестиваля, по мнению жюри, с которым я также глубоко согласна, присуждается первому космонавту команда Алтайский государственный аграрный университет. А Кёрлинг? Одна такая большая-большая шутка о Кёрлинге, да? Большое спасибо, Галина Ивановна. И сейчас я приглашаю на эту сцену Ирину Леонидовну Акимову и Андрея Диулина. Под ваши аплодисменты. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, команды. Я быстренько скажу. Даже дело не в хоккее. Мне очень понравилась команда, которую сегодня первый раз видел. Это сборная модели. Спасибо. Очень веселые девчонки, правда, молодцы. Ну и меня очень порадовал сегодня первый космонавт делает. Второй раз уже порадовал, смешно. Я все.
Ну, знаете, мы так любим февраль месяц, потому что, наверное, только в феврале у нас есть такие замечательные партнеры. Вот представьте, когда может сочетаться несочетаемые выборы и Лига КВН, да? Ну, оказывается, в феврале все это может быть. Очень ответственное у нас было задание, ответственный момент сейчас, потому что определяться по поводу победителей всегда очень трудно, конечно. Но нам помогли суперпрофессионалы, поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, что вы наш выбор обязательно поддержите. Мы даже с вами как фигуристы смотримся, заметили? Да, практически. Но мы бы смогли, если что, да? Ну, подождем следующей домашней олимпиады, может быть, еще успеем. Но, тем не менее, возвращаемся к нашим кандидатам. Нам очень приятно вручить диплом третьей степени команде, которая заняла третье место в 6-м открытом Барнаульском фестивале команд КВН, Кубок избирателя 2014. И хоть это не наши избиратели, но тем не менее мы записываем команду «Экскурсия по городу» города Новосибирска. Группу наших замечательных друзей. Аплодисменты ребятам. Им, как я говорил, как за третье место достается акустическая система. Будьте с удовольствием слушать музыку по дороге домой в Новосибирск. Ну что, напряжение нарастает. Дайте уж нам диплом. Мы без диплома не можем, потому что все на самом деле у нас официально. Особенно, когда речь идет о практически втором месте в рамках Кубка молодого избирателя 2014 года. И вы даже не представляете, что дипломом второй степени награждается команда, даже не думая, Алтайский государственный университет. Аплодисменты, молодцы ребята, Алтайская педагогическая академия. Хорошо год культуры открываем. Педагогическая академия. Ребят, на вас вся надежда в этом году. Ну, а первое место. Кубок молодого избирателя 2014 забирает команда с очень, наверное, нетипичным названием. Хорошим. Хорошим названием. Кто здесь? Алтайский государственный университет. Первое место Кубки молодого избирателя 2014. Команда КВН, кто здесь? Алтайский государственный университет. Дорогие друзья, судя по аплодисментам, мы понимаем, что жюри поработало хорошо. В принципе, практически делает правильный вывод, попадает яблочко. Я думаю, что и здесь мы тоже не ошиблись, когда будем говорить о гран-при нашего с вами кубка, нашего фестиваля, поскольку гран-при 6-го открытого Барнаульского фестиваля команд КВН Кубок избирателя 2014 получает команда «Первый космонавт» Аграрного университета. Да, «Первый космонавт» Аграрного университета. Ребята действительно сегодня молодцы, поэтому давайте бурные овации подарим. Я объявляю сегодняшние выборы состоявшимися. Победителем и обладателем Кубка избирателя 2014 года стала команда КВН «Первый космонавт». Спасибо всем командам за достойную борьбу, зрителям за то, что пришли и смеялись. Увидимся через месяц на финальной игре Барнаульской лиги КВН. Всем пока!